И первым на вопросы готов ответить на ставку футбольного клуба Долгопрудный. Дмитрий Леонидович, ваши комментарии по сегодняшнему матчу. Что смогли сделать, что сегодня у вас не удалось? Ну, если не удалось, если мы проиграли, конечно, что не удалось, особенно что касаемо обороны. В принципе, мы предупреждали, ребят, из Торпедо всегда происходят такие тяжелые матчи. Хорошая команда, бойцовская. Но, к сожалению, то, что обидно, это гол, в принципе, пришел из-за своей ошибки. Это, к сожалению, раздали. В принципе, были моменты, которые нужно реализовывать. Я думаю, это сложился матч по-другому совершенно. Ну, сложилось так, как оно сложилось. Ошибки мы уже будем разбирать в спокойном состоянии. Коллеги, ваши вопросы? Здравствуйте. Ольга, Владимирские новости. Мне кажется, как-то агрессивно играли ваши ребята и очень много травмировали Владимирскую команду. Это тактика вашей игры или это случайность? Как мы играли грубо? Да, очень грубо. У нас также очень много повреждений, поверьте. Это футбол, это не балет. И никто там специально никого грубо не играл. Давайте, это касается сейчас судейства, я его не хочу обсуждать. Честно. Поэтому, если так, это уже другой момент. Мне не хочется так обсуждать. Коллеги, вопросы по игре. Сказалось ли на сегодняшнем матче ваше позднее прибытие на игру? Приехали фактически за час? Ну, в какой-то степени может быть, но это не оправдание абсолютно. Потому что футболист профессионально должен выходить и выполнять свою работу профессионально, качественно. Еще раз повторяю, были моменты, которые получались, были именно реализации момента в концовке. Более агрессивно нужно играть в решающей стадии. Те моменты, которые создавались, мы были завершены. Я думаю, опять же, если бы это все сложилось, матч закончился бы совсем по-другому. А то, что задавали вопрос насчет агрессивной игры, она, по-моему, обоюдна. Футбол. Ну, каждый свое мнение. Ну, естественно, вы будете говорить про свою команду, я очень рад. Еще только вопрос, коллеги. Количество желтой карточек это не говорит о том, что кто-то играл грубо. Это не тот показатель. Абсолютно. Я извиняюсь, насколько я помню, вроде в начале сезона, вот нынешнего, вы ставили чуть ли задачу не в призеры попасть. У вас какая-то задача сейчас остается до конца этой части? Наша задача побеждать в каждом матче. Это основная задача. И так матч от матча мы решаем свои вопросы. Если вопросов больше нет, спасибо. Спасибо, удачи вам. Всего хорошего. А можно с вами сфотографировать?